Друзья мои, с вами снова я, Ирина Ронец. И сегодняшнее видео очень-очень важное. Я хочу посвятить его теме, как при бесплатном входе можно заработать деньги или выйти на очень хороший доход в видео социальной сети, новой, суперинтересной, с большим будущим видео социальной сети ViewTrack. Я хочу с вами поделиться очень ценной информацией, очень интересными фишками, стратегиями, поэтому, пожалуйста, внимательно прослушайте, просмотрите мое видео, чтобы вы это поняли. Чем быстрее вы это поймете, тем будет лучше для вас. И потом вы объясните вашим партнерам, наша задача объяснить всем и продублицировать. Если каждый это продублицирует, тогда мы очень быстро все выйдем на ежемесячный пассивный доход. То, что ждет нас здесь, в этой компании, чего мы добиваться будем все. Итак, чтобы здесь начать, это просто. Зарегистрировались, начали. Теперь определимся, зачем это нужно компании. Вот то, что мы должны делать. А что мы должны делать? Просматривать видео и делиться с этими людьми. Видеосоциальная сеть ViewTrack. Это рекламная видеоплощадка, которая предоставляет услуги рекламы для самых брендовых компаний, которые знает весь мир. Вот если вы зайдете сюда, вы будете их видеть, начиная с Amazon, Apple, Microsoft, Nike, Hotels.com и так далее. Самые-самые крутые. Здесь они платят за свою рекламу и предоставляют возможность покупать со скидками в их магазине. Поэтому они заинтересованы в расширении. А компания заинтересована в нас, потому что мы будем продвигать эти услуги, мы будем делать трафик за счет того, что мы будем делать клики, мы будем делать просмотры, видеопросмотры, мы будем давать трафик на сам сервис, на саму видеосоциальную сеть, рассказывать людям, расширять контингент клиентов. И таким образом поможем ей в продажах, в рекламе, в услугах. И поэтому она с нами делится деньгами из своей кассы, со своего пула, как это называется, пул. Часть денег она постоянно возвращает на то, чтобы вознаграждать ее работников. Вот мы являемся работниками, мы стараемся делать свою работу. Здесь можно работать как на бесплатном, так и на платном. Если вы будете на платном, конечно, ваш доход будет быстрее расти. И если это сделают ваши люди, то доход будет просто быстрее расти в плане денег, которые вы сможете вывести. А если вы будете на бесплатном, то хочу, чтобы вы знали, что вы не сможете вывести деньги на карту, пока вы не оплатите вход $25 в маркетинг-план. И только тогда сможете заказать себе карту. Но если вы не хотите туда платить из каких-то соображений, вы можете участвовать постоянно на бесплатном, скажем, варианте, и тогда вы сможете потратить ваши деньги в этих онлайн-магазинах. Что-то можно купить, там миллионы продукции, в том числе вы можете купить себе поездку куда-то туристическую и множество других услуг. Вот, об этом в других наших презентациях вы постепенно узнаете все. А сейчас давайте начнем с того, что я хочу вам рассказать статистику, потому что, чтобы начать работать, надо понять, с чем мы имеем дело. Итак, вы видите, что здесь есть статистика слева. Хочу, чтобы запомнили вы, что вот то, что желтенькое, это касается лично вас, вашего аккаунта, а то, что голубое, это показатели компании на сегодняшний день. Это будет, каждый день может меняться. Но все это взаимосвязано. Итак, начнем с первого. Network Views. Что это означает? Это означает, что количество ваших просмотров личных, видеопросмотров и количество ваших партнеров приглашенных или же просто любых людей, которые кликали по вашим ссылкам. Или реферальные, или вы создали какое-то там видео и новую ссылочку сбросили в соцсетях где угодно. Чем больше людей кликнут на них, тем больше у вас растет вот этот показатель. Наша задача добиваться как можно большего показателя здесь. Вот.
при помощи того, как будет расти этот показатель, будет расти и все остальное. Поэтому, что может человек заработать, если он зашел на бесплатном, но не приглашает никого? Он может зарабатывать каждый день на просмотрах, но, конечно, у него здесь будет расти очень медленно и очень мало, потому что на своих личных просмотрах своего только аккаунта он сможет в день иметь 240 этих кликов, видеопросмотров. Но если он будет кликать на чужие ссылки, даже если у него еще нет приглашенных, скажем, мы в чате бросаем каждый там свою, чтобы показать, да, если человек будет кликать на чужие ссылки, у него тоже здесь будут прибавляться эти просмотры, эти баллы, так я называю, чтобы вам легче было понять. И также вы поможете тому человеку, на которого вы кликнете, у него тоже параллельно вырастет балл. Поэтому если вы потом будете свои ссылки везде бросать, тоже у вас будут здесь начисления. Это если работать в одиночку. Но это, конечно, более долгий период, но я думаю, что как только вы наловчитесь и поймете, что к чему, вы быстренько со всеми поделитесь. И тогда у вас это все будет просто расти, как на дрожжах. Почему? Потому что, смотрите сюда, здесь вот эти показатели, они называются Wave Score, то есть волна подсчета. Почему волна, я вам объясню, когда буду объяснять страницу Wave Stats, которая очень важна. Здесь написано, что каждый раз, как только вы наберете 1000 вот этих Wave Score, у вас будет один CyberCoin. А как вот эта цифра здесь появляется, я вам тоже объясню на этой странице. Итак, наша задача — накапливать как можно быстрее CyberCoin. Ну, я уже по-русски называла их киберкоины, но на английском неправильно звучат CyberCoin. Это валюта ViewTracker'а. Значит, что здесь у нас пишет система? Что каждый раз, как только мы наберем 5000 этих CyberCoin'ов, мы получаем gift card. Где gift card? Gift card – это подарочная карта. При помощи этой подарочной карты мы можем покупать что-либо, что мы хотим в этих магазинах. Можем не покупать, нас никто не заставляет. Можем их накапливать для того, чтобы, например, собрать сумму $25, потому что эти CyberCoin'ы потом конвертируются в e-тикеты, а e-тикеты в доллары. Как это делается, сейчас поймете. Итак, наша задача — как можно быстрее увеличивать вот эту цифру. Скажем, у меня сейчас 3000, и я жду еще немножко, чтобы постараюсь сейчас, поработаю и буду иметь 5000. 5000 CyberCoin'ов. Дальше. Как этого всего добиться как можно быстрее, я тоже сейчас покажу, но закончу уже с этим. Что такое ePool? ePool – это общий фонд. То есть компания получает деньги от рекламодателей за то, что она им делает рекламу. И с часть этих денег переводится в общий фонд. Из них она делится и выплачивает нам, своим партнерам, деньги, те, которые мы заслужим. Для чего это делается? Для того, чтобы оплатить наши услуги. Мы делаем очень большую работу, мы помогаем делать трафик, мы продвигаем, мы рассказываем, делимся с многими людьми этим сайтом, а это значит, что они смогут потратить деньги в этих магазинах, а именно этого добиваются эти компании. Поэтому, но даже если мы лично не потратим, этим компаниям от этого не убудет. У них и так очень много клиентуры. Мы просто поможем другим узнать об этих компаниях. Вот, из этого нам и также создадим трафик. Что такое трафик? Это трафик, это движение. Это значит, что чем чаще мы будем кликать, тем быстрее ViewTrax будет продвигаться по рейтингу поисковиков, Google, скажем так, Yahoo, очень самый главный Яндекс, самых главных поисковиков, и поэтому будет всегда держаться на первой странице в поисковике. Что значит на первой странице? Это самая важная позиция, за которую борются все сайты, которые находятся в интернете. То есть, например, если вы зададите в строке, адресной строке браузера какое-то слово ключевое, что-то вы там ищете, какой-то продукт, неважно, ну, скажем, продукт, да,
и нажмете там «Найти», то вам выдадут тысячи или миллионы сайтов, где вот данный продукт может быть как-то описан. Но, естественно, вы не будете рыться в этих тысячах и миллионах страницах, чтобы просмотреть все эти продукты, у вас просто не хватит времени в вашей жизни. Все смотрят на первую, вторую, ну, максимум третью там страницу. Ну, кто уже сильно там рыщет, то до десятой, но первую-то посмотрят все. Поэтому все борются за то, чтобы они были на первой странице, так как все клиенты придут к ним. Вот это конкуренция. И мы нашими кликами, чем больше, чаще мы все вместе, нас больше, наша команда будет расти, не только наша, а мировая команда, потому что это международный проект, тем быстрее он будет выходить и будет держаться на этой странице. Потому что важно не только выйти, но и продержаться на этой первой странице. Если мы ее, например, прокликали и выдвинули, он сегодня вышел на первую страницу, но потом перестали все некоторое время, то он просто опять упадет на какие-то там дальние нижние страницы, а на его место встанет другой сайт, с которым более активно работают. Поэтому, естественно, ViewTracker очень заинтересован в нас с вами, и он делится с нами своими деньгами, и вот даже дает возможность абсолютно каждому заработать, начав бесплатно. И здесь придумано столько умных стратегических шагов, рычагов, что просто я удивляюсь. Чем больше его узнаю, тем больше поражаюсь, насколько это умный проект. Вот, поэтому на данный момент, допустим, они 10 тысяч долларов на сегодня могут поделить на то, чтобы дать вот эти подарочные карты. И дальше мои тикет, это здесь говорится о том, что чем больше тикетов вы получите, тем больше кусок пирога вы будете иметь в этом общем фонде. И тикет value, это курс на сегодняшний день тикета. Он может здесь колебаться, меняться каждый день. Например, вы набрали там нужное количество CyberCoin и заработали 5 тысяч CyberCoin и заработали 1 e-ticket. 1 e-ticket это 10 долларов на сегодняшний день. Вот так вы можете считать. Например, я вам сейчас покажу. Вот здесь есть международная лидерская линия, которая меняется каждый месяц и выставляются главные лидеры. Можно посмотреть те, которые начали раньше нас, скажем, там на месяц-два, не знаю, когда чуть раньше этот проект не так давно стартовал. Поэтому посмотрите, сколько, например, у этого человека e-тикетов. 76. Если 76 умножить на, скажем, 10, а это может меняться каждый день, значит, этот человек в реальных деньгах 800 долларов заработал. Приблизительно, да? Это на бесплатном аккаунте мы говорим. Скажем, посмотрим здесь, сколько CyberCoin'ов. Вот, 130 тысяч. И у этого человека 140 e-тикетов. 140 e-тикетов на 10 тысяч, 400 у него долларов есть в e-банке. Вот это уже есть. Эти люди начали раньше, построили структуру, и даже если они уже ничего не делают, структура под ними все время растет, как грибы, потому что прибываем мы и еще люди, и, естественно, это все будет под ними, поэтому, а здесь просто неограниченный доход. Вот. Таким образом накапливаются эти тикеты. Ваша задача и ваше пожелание, чтобы как можно больше постараться добиться этих тикетов. Вы это все поняли. Здесь легко. Видите, пока я с вами разговаривала, у меня уже 20 тысяч. Почему? Потому что кто-то где-то на мои кликал видеосайты. И уже я даром не говорю. Уже мне накапливаются баллы. Хотя я еще не делала сегодня просмотры. Итак, вы поняли, что ваша задача накапливать как можно быстрее и больше CyberCoin'ов. Теперь давайте посмотрим по рангам. Я буду это все делать шаг за шагом, а вы потом поймете уже почему, но просто сейчас слушайте и запоминайте. Итак, когда вы зайдете только в проект, вы будете беленький. Но как только вы пригласили одного человека, и этот человек зарегистрировался и кликнул на вашу ссылку с видео, вам моментально компания дарит 2500
сайберкоинов. И вот здесь у вас, если там было, скажем, 10, пока вы только зашли, но вы быстро пригласили человека, у вас сразу, главное, чтобы он просмотрел один раз хотя бы ваш линк, вы сразу 2500 получаете. Вот. Поэтому очень легко вы накапливаете быстрее баллы, когда вы будете приглашать людей. Поэтому делитесь со всеми. А на бесплатный вход люди очень легко заходят. Тем более, если здесь можно заработать, вот, просматривая каждый день. Следующий, второй шаг – это как можно быстрее стать желтеньким, то есть активным. Что значит активным? Это когда вы просмотрели 100 персональных просмотров, ну это легко, да? И у вас есть уже 5 виртуальных ваших приглашенных. Что значит виртуальных? Это значит, они стали вот серенькими. То есть 5 человек ваших личников пригласили по, хотя бы по одному, достаточно по одному человеку, и они станут серенькие, баклажановые, как говорят, да, наши спонсоры. Вот когда они станут такими, 5 по одному пригласят, вы моментально станете желтым. Ну и, конечно, 100 просмотров. Тогда вам дарит еще компания 500 сайберкоинов, и от первого и второго уровня вам еще по 375 и 250. Вы поняли? Поняли. Этого добиться очень легко. Расскажите людям, дайте ссылки, они будут здесь. Вот. И потом ваша задача быстро перейти на ранг зеленый. Здесь нужно 1000 персональных просмотров, это сделать очень быстро и легко. И 5 ваших активных партнеров. То есть те же 5 активных или другие, которые могут быстрее пошевеляться. Здесь, конечно, приглашайте как можно больше, не останавливайтесь просто на 5. Почему? Потому что из этих 5 могут некоторые не приглашать так быстро. Да? Некоторые не имеют времени, не разобрались, им надо дольше или чем-то заняты. Вот. А есть люди, которые включаются моментально. Поэтому продолжайте приглашать побольше людей. И тогда кто-то вырвется вперед. Потом остальные догонят, но если у вас чем больше личных, тем больше потом будет ваш доход удваиваться, утраиваться, умножаться, да? Поэтому приглашайте побольше. Но если вы пригласили 5 активных партнеров, и они стали тоже активными, то есть они перешли на желтенькие, то есть вот эти их приглашенные по одному человеку тоже пригласили по 5, тогда они станут желтенькими, вот эти 5 активных ваших. Вы тогда перейдете на зеленый ранг и получаете от компании 1000 киберкоинов и так дальше, вот в подарок, видите? И так дальше, и все идет поступенчато. Здесь, например, на синенький, чтобы вам ранг перейти, вам надо 2000 персональных просмотров, это сделать легко, и уже 5 ваших личников, которые будут в статусе зеленом. Ну и вы поняли, чтобы быть в статусе зеленым, значит, надо, чтобы их 5 партнеров с желтеньких тоже стали зелененькими. То есть, как бы это все идет в прогрессии, 5 по 5 по 5 по 5 каждый в нижней структуре. Дубликация. Дубликация – это все растет очень быстро. Вы это все сами посмотрите и увидите, как здесь цифры растут. Считанные дни это все делается. Но если вы пригласите людей, то вы столько же их удваиваете, утраиваете. Поэтому ускоряется процесс. Ваша же задача как можно быстрее добиться того, чтобы вы заработали, скажем, $25, нацельтесь на это, да, вначале, чтобы оплатить вход в маркетинг, потому что я советую всем перейти в маркетинг, почему это сейчас тоже буду объяснять, вначале с этим разберемся. Итак, здесь вы еще больше получите в подарок этих сайберкоинов и так дальше. Ваша задача расти по рангам. Как этого добиться, быстрее приглашать. А теперь давайте WaveStats посмотрим. Чтобы вы поняли, это очень важная страница. Здесь вся статистика, как растут ваши WaveScore, то есть вот ваша волна. Почему волна? Потому что здесь так интересно сделали, смотрите, здесь что и от кого мы можем получать. Например, первый уровень – это по уровням. Первый уровень, здесь пишется именно то, что мы говорили, что вот вы зашли, у вас статус виртуальный, и вы одного человека пригласили, он кликнул по вашей ссылке, и у вас 2500 сайберкоинов. И вот здесь именно сколько вы просмотрели. Например, вы просмотрели, я просмотрела 2000, у меня не было времени сильно смотреть, я лично пока только 2000 просмотрела видео.
они умножаются на цифру 25, и поэтому у меня получается wave score 51600. Вот 51, из этой суммы вы здесь имеете 51600. Вот, вы поняли. Теперь давайте посмотрим, если вы начинаете приглашать, с каких уровней вы можете получать. Вот здесь видно, что вы можете получать с первой, второй линии. Вот здесь идет подсчет. Ну, давайте я вам уже объясню вот это. Значит, допустим, я зашла, начала приглашать, и у меня уже есть первая линия, и там несколько человек уже пригласили из них. Я уже 5 человек точно сделала, потому что я желтая, и у меня уже некоторые люди пригласили по одному, там, 2 или несколько человек, поэтому у меня они уже смотрят. Они смотрят мои просмотры, свои, и у меня растет здесь тоже количество просмотров. Итак, умножается это все на 15. Например, вот смотрите, 70 players у меня на первом и втором уровне. То есть это я лично пригласила и мои люди. Вот, и мои люди. Это первый и второй уровень. Они работают, и вот у них просмотры 17373. Умножается здесь на 15. И мой wave score вырос на 260 тысяч. Вы видите, как это быстро все растет. Но почему здесь вот активно, а здесь еще не активно? Потому что надо этого добиться. Как этого добиться? Вот надо выполнить вот квалификацию по уровням, то, что я вам показывала по рангам. На первой странице я вам показывала ранги, и здесь, если вы ее выполняете, вот, чтобы выполнить, что надо? 100 персональных просмотров и 5 человек пригласить. И тогда здесь уже я становлюсь активной, получаю вот эти дополнительные бонусы в Cyber, и у меня здесь все работает, и тогда все идет сюда в статистику. И это становится вот такое прозрачное и активное. Теперь смотрите сюда, очень интересно, очень важно. У меня здесь 5 партнеров на третьем уровне. Вот здесь подсчеты идут от 3 до 5 уровня. Уже от их просмотров есть у меня 575. Если их умножить на 10, это получается 5750 VF. Скоро мне сюда добавится, но они мне еще не добавились. Уже здесь есть. Они уже есть, у них уже накликали, но я их еще не получила. И их могу получить только тогда, когда выполню квалификацию. Какая квалификация здесь? Здесь я должна получить ранг, какой у нас, я на желтом, ранг зелененький, вот V1, вот это следующий мой, третий уровень, так сказать, выполнить. Что здесь надо? 1000 персональных просмотров, ну это я уже сделала, 5 активных партнеров, то есть, когда я уже желтенькая, но мои приглашенные личные тоже будут, станут желтенькие, а чтобы стать желтенькие, надо иметь 5 приглашенных, просто бесплатных 5 приглашенных, которые кликнут на их ссылку. И тогда они тоже станут желтенькие. Как только у меня мои личные 5 человек станут желтенькие, мне вот эта вот графа станет прозрачной и активной. И тогда я вот это уже получу, это мне засчитается. Но до этого уже, конечно, здесь прибавится намного больше. И будет постоянно прибавляться. И тогда я уже буду постоянно активна, и у меня будет только увеличиваться это количество. И плюс еще компания сразу дарит 1000 сайберкоинов персональных и от первого, второго уровня по 750 и 500. То есть смотрите, чем быстрее открывается у вас вот этот, активируется, вернее, следующая планка, следующий ранг, тем быстрее вы будете сюда прибавлять вот эти wave score, которые перерастут в cybercoin, cybercoin, которые перерастут в e-тикеты, а e-тикеты в доллары. Вот то, что мы все хотим и желаем. Естественно, эти люди будут дальше приглашать и дальше просматривать, поэтому это количество просто будет потом расти, как снежный ком, вы уже не сможете это остановить. Главное – закрутить колесо в начале. Вот. Теперь смотрите дальше. Дальше следующая секция нам дает возможность получать с уровня от 6 до 9, то есть и умножаем это на 10. Следующий уровень, уровень от 10 до 14 умножаем на 5. Вот количество их просмотров, как это может увеличиться здесь этот wave score. Я думаю, вы понимаете. И дальше, следующая, четвертая секция
от 15 уровня до 24, умножаем на 5 и так дальше. И смотрите, что здесь, как здесь интересно, что последняя секция 5, с которой мы можем зарабатывать, это уже мы дошли до глубины 25 уровня и инфинити. Что значит инфинити? Неограниченный доход, то есть сколько уровней под вами будет, это все будет просматриваться, они будут все кликать, смотреть по разным ссылкам, и умножается на 3, и у вас тут просто будут миллионы этих вейв-скоров расти. Когда они будут миллионы расти, у вас все будет увеличиваться в вейв-скоры, вейв-скоры в сайбер-коины, плюс призы. На каждом здесь, как вы видите, уровне еще больше дарит компания. И так вы постепенно сможете дорасти до очень большой суммы. Причем будьте внимательны, здесь эта сумма будет только увеличиваться. И еще, что очень важно, что один раз проделав работу, то есть вы построите эту команду, она поймет, как работать, будет дублицировать вас, их будут дублицировать их партнеры, и наконец-то вы поймете, все поймут, что нужно как можно быстрее проплатить по 25 долларов в платный маркетинг, в платный доход. Потому что здесь в бесплатном тоже супер, но вы потратите их только в магазинах. А если вы зайдете в платный маркетинг, вы сможете там деньги выводить. И причем ежемесячно с теми же людьми. То есть сделайте один раз работу, и ваш там будет доход расти, расти. Из тех же людей, которые будут еще прибавлять волну. Поэтому это называется волна подсчета. Так как здесь волнами этот идет доход, с разных уровней, с разных кликов. Мы можем кликать на разных ссылках и получать от этого доход. Вот, давайте посмотрим, что здесь написано. Каждый раз, когда ваш друг повышает свой статус, в вашей волне вы получаете бонус CyberCoin. Чем больше вы увеличиваете количество ваших статусов ваших приглашенных, тем быстрее путь для зарабатывания CyberCoin. А теперь я вам покажу еще важный момент, как можно увеличивать эти просмотры. Как персонально смотреть на вашем аккаунте, вы уже знаете видео, но смотрите, как можем мы их увеличивать. Допустим, вот этим, это My Leaders, это мои личные приглашенные. Если я нажимаю на первого моего человека, я вижу, что у него статус виртуальный, что он персонально просмотрел столько-то, что у него 48 сайбер-коинов, и что у него пока нет приглашенных. И я могу на его аккаунт зайти. Если я нажимаю на линк, я перехожу на его аккаунт и начинаю смотреть его видео, понимаете? И если я смотрю его видео, я ему даю баллы, я ему помогаю, но в то же время и у меня увеличивается количество баллов. Вы поняли? Смотрите, чем больше у вас приглашенных, вы им можете помочь. И вы также себе помогаете. Вот. Понимаете? Вот, например, я сейчас 2419. Смотрите, я посмотрела несколько, у него уже 32. Так, смотрите, теперь идем на следующего. Вы поняли? Или отсюда снизу, например, со страницы Home, или можно заходить и с другой стороны. Сейчас я вам покажу. Вот я зайду, например, на Людмилу Будко, она у меня уже серенькая баклажанова, потому что она пригласила человека. Молодец, Людмила. Только зашла, уже начала работать. Я уверена, у нее скоро будут тут тысячи приглашенных. Вот, смотрите, у нее уже 2500. Почему? Потому что она пригласила одного человека, быстро увеличила свой CyberCoin. Если я нажму сейчас на линк на ее аккаунт, посмотрите, у нее 893. Я сейчас просмотрю. Я просто сейчас 2-3 смотрю, но я могу посидеть и посмотреть все как положено, да, как адресная строка. То есть все эти 240 я могу подарить своему партнеру. И это сделаю, потому что я ему помогу и себе прибавлю баллы. Вот смотрите. Понимаете? То есть сейчас я, например, зайду на 2. Таким образом мы можем быстрее ускорять этот процесс. Так, вот давайте посмотрим. Я пока совсем мало посмотрела, но потом будет время, я, конечно же, помогу Людмиле. Видите, уже увеличилось. Замечательно. Теперь смотрите, можно, значит, отсюда, вы запомнили, там, где лидерская строка.
лидерская – это ваши лидеры, ваши приглашенные. Вот они все здесь будут. И вы можете нажимать и смотреть статистику. А также они есть и здесь, WaveStats. Вот здесь, если я нажимаю, например, на этих людей, это моя первая и вторая линия, помните? А там дальше будет третья, четвертая, я и тех могу просматривать. И те меня смогут просматривать. Это вообще тут столько возможностей. Можно целый день смотреть, быстро увеличивать свои доходы. Ну, сейчас опять нажала на Владимира, давайте на кого-то другого нажму. Так, ну вот посмотрим, сколько у меня тут людей. Давайте на тех, которые уже работают. Вот Флюра есть у меня тоже замечательный партнер. Вот у нее 2500 просмотров. Я сейчас ей тоже помогу. На партнере мы можем смотреть один раз. Один раз можем ему подарить вот эти 240 просмотров. Но это тоже отлично. Вот, видите? Так, сейчас давайте вот это дело обновим. 2533 уже. Видите, это секундное дело. Вот, я потом это сделаю. И также вы сможете нажимать на своих спонсоров и тоже делать себе от них и им. Понимаете? Супер замечательно. Вот, например, Юрий Епифанов. Сейчас на нем нажму. Вот, пожалуйста, я сейчас быстро прохожу по его видео. Вот. Видите? И я ему сейчас прибавлю баллы. Видите, сколько здесь? 678. Давайте обновим страницу. 683. А если я сделаю вот эти все группы, все линии, видеолинии во всех группах, то есть сделаем ему 240, естественно, ему прибавится намного больше. Вот таким образом мы можем помогать нашим партнерам и себе сами, потому что мне тоже эти баллы засчитывались. Понимаете? Просто это все в онлайн-режиме, вот 20527, вот смотрите, 20541. Это то, что я сделала сейчас при вас, буквально за секунды, троим своим партнерам только начала. Я не закончила, потому что мой процесс это вам показать. Вот, а потом я это все буду делать. Поэтому увеличивайте свою структуру, и таким образом вы будете быстро активировать себе, помогать им, и себе помогать открывать вот эти wave section. Волны дохода. Чем вы быстрее откроете, тем быстрее вы будете расти в ранге, естественно, будете накапливать ваши етикеты и деньги. Вот. И как только у вас активируются вот эти уровни, вот эти цифры, они сразу вам сюда перейдут. Поэтому это все будет тут увеличиваться. Просто скоро у этих людей, которые вот там лидеры, я вам показывала, у них уже тут счетчик работает без них постоянно. Просто цифры меняются как на биржах, да? Как на биржах. Видели, как таймер меняется? Вот так будет скоро у вас, если вы нарастите себе структуру. Ну, а потом, конечно, задача наша этим людям всем объяснить и как можно раньше, что их задача перейти сюда, в аффилиат-план, в маркетинг-план, потому что здесь можно быстро зарабатывать уже и выводить деньги. То есть, смотрите, я так просто вам покажу. Мы потом будем отдельно еще платный вход разбирать. Но, к примеру, чтобы вы поняли, к чему стремиться. Вы можете себе там на бесплатном работать, но если у вас структура, а вы сюда не платите $25, а ваша структура, кто-то из вашей структуры быстрее оплатит, значит, вы можете потерять те спонсорские из-за того человека, они перейдут вышестоящему спонсору. Поэтому, конечно, всем интересно сюда попасть. Всем интересно сюда заплатить $25 и желательно быстрее, если вы уже со структурой. Теперь смотрите, если вы пригласите одного человека, вы $7 за него заработаете. Если 3 человека вот в билдер уровне, да, то уже по 8.50 персональный и за их приглашенных по 4 и так дальше. Например, тут вот дальше 25 человек, скажем, возьмем. 25 человек вы пригласили, вы по $10 с них будете зарабатывать. Умножаете 25 на 10, это $250 плюс от их. То есть где-то, ну, как минимум $350 и плюс еще по доллару дополнительно от других их приглашенных. Значит, вы уже там примерно на $400 вышли только при этих людях активных. Это в месяц. Все, а эти же люди потом каждый месяц будут проплачивать эти же $25. Значит, это все будет сохраняться. Вот, уже пассивный доход.
который потом уже не остановить, структура растет, потому что люди поняли, всегда есть очень активные, которые включаются в работу, и они будут вам увеличивать и увеличивать вашу структуру, и ваш ранг будет расти. Главное, чтобы, конечно, вы проплачивались и выполнили все условия. Вот по просмотрам. По просмотрам очень быстро там их можно сделать. Вот и все дела. Вы видите, насколько интересно, насколько эта игра увлекательная, потому что это действительно игра, но здесь игра к большим деньгам, друзья. Поэтому такую возможность просто упускать нельзя. Это для всех, абсолютно для всех. Есть возможность подняться на ноги и получить реальную финансовую свободу. А дальше нас ждет здесь еще столько интересного, потому что с октября месяца будет просто грандиозное расширение компании, грандиозный старт новой волны. Это мы пока еще вам не рассказываем, но это большой сюрприз, который вас ждет. Поэтому, друзья, включайтесь быстренько и всем рассказывайте, всем делитесь, свои ссылки везде раскидывайте, вам будут кликать на ваши ссылки чужие даже люди, и у вас будут расти Wave Score, которые будут вам давать CyberCoin, которые вам потом дадут больше тикетов, естественно, больше долларов. Все, друзья, дубликация – это наш успех. Все идем работать.